Всем привет! Решил я сделать зерновой дистиллят. В качестве сырья я взял 7 кг солода шато для дистилляции без торфяной сушки. И 3 кг солода ПЛР и обычные спиртовые дрожжи. И хочу сделать ньюмейк в ирландском стиле с 3 перегонами и бездымной вкусной ароматикой. Поехали! Засыпаю 9 кг солода в ферментер и заливаю 25 литрами воды, нагретой до 74 градусов. В процессе заливки водой постоянно помешиваю солод, чтобы не образовывались комки. Температура затора получилась у меня 66-67 градусов. Закрываю крышкой и оставляю сахариваться на 1,5 часа. И примерно за полчаса до конца затирания ставлю 10 литров промывочной воды и нагреваться до 74 градусов. Прошло 1,5 часа, температура воды упала примерно на 3 градуса. Делаю ставшую для меня привычкой йодную пробу. Йодная проба пройдена. Для тех, кто не знает, как пример показываю непройденную йодную пробу. После пройденной йодной пробы открываю кран и сливаю сушку с ферментера. Когда дробина начинает оголяться, промываю ее 10 литрами воды, нагретой до 74 градусов. А дальше, как всегда, все пошло не так, как планировалось. Отобрав 30 литров сусла в ферментер, я поставил охлаждаться его в холодную ванну. Решил попробовать остатки сусла на сахар, и оно оказалось сладким. И промыв дробину 4 литрами воды, в итоге я выжил еще 6 литров сладкого сусла. И после затирания вискаря на следующий день у меня планировалась варка пива из того же солода ПЛЛ. В итоге варку пива я сделал в этот же день и выжил из спиной дробины около 6 литров сладкого сусла. И в итоге получилось у меня около 45 литров сусла. Один ферментер плотностью 10%, другой ферментер плотностью 13%. Отмерил по 30 грамм на каждый ферментер спиртовых дрожжей и рассыпал равномерно по поверхности сусла. Закрыл ферментеры крышками и гидрозатвора залил самогон 70% по привычке пивоварения. И спустя пару часов началось брожение. В том ферментере, где плотность сусла была 10%, брожение началось немного раньше. И самогон, который был в гидрозатворе, почти весь испарился. И спустя еще пару-тройку часов брожение стало в разы активнее. И стал появляться запах, не знаю, как его описать, примерно как ячменно-хлебно-пивной. Вот такие процессы там внутри. Ночью брожение стало настолько активным, что невозможно было спать, и мой помощник, кажется, ругался. И пришлось поставить тихие гидрозатворы. Через пару дней, когда брожение начало стихать, поставил старые гидрозатворы, так как по ним лучше видно, когда брага отбродит. И спустя 5 суток обе браги выбродили в ноль. Хоть по цвету брага похожа на пиво, но по ароматике это далеко не так. Дал постоять браги примерно около суток на холоде, чтобы большинство дрожжей упало в осадок. Брагу буду перегонять частями по 15 литров. Заливаю брагу в куб и делаю первый перегон. Первый перегон я делаю с одним медным пужом и на 1 киловатте. И вместе с температурой в кубе постепенно прибавляю мощность, чтобы не поймать брызгунов. Но так как хотел перегнать все быстрее, все равно их пару раз поймал. Но у меня в запасе было еще 30 литров браги, куда я их успешно слил. И последний, третий перегон 15 литров браги я уже делал мега аккуратно, потому что сливать уже их было некуда. Думал добавить пеногаситель в куб, но так не решился. Закончил я первый перегон солодовой браги, и получилось у меня в итоге около 11 литров спирта сырца. Общей крепостью 29%. С учетом того, что первый перегон я вел до воды. Второй перегон я также буду делать до воды, плюс добавлю туда головы хвосты, так называемый банк, который остался у меня после перегонки хлебного вина из ячменно-пшеничного солода. Итого, включая банк, получилось у меня около 14 литров спирта сырца крепостью 30%. Кипячу медную сетку в лимонной кислоте и заливаю спирт-сырец в куб. Насколько я знаю, ирландцы делают второй перегон немножко по-другому. Отбирают какую-то часть голов и ведут перегон до 65 градусов в струе. Но это не точно, да и я не ирландец. Закончил я первый перегон первого спирта-сырца и получил около 7,5 литров второго спирта-сырца крепостью 50 градусов. Снова кипячу медный пыш в лимонной кислоте и заливаю второй спирт-сырец в куб и делаю третий дробный перегон. Собрал я 300 мл голов, 150 мл голов я отбирал почти покапельно, а вторые 150 мл тонкой струйкой.
Закончила третий перегон и получила около 3 литров зернового дистиллята крепостью 82-83 градуса. И закончил перегон на 65 градусов в струе. Дальше отбираю хвосты, чтобы использовать для следующего кольцевания. Разбавляю зерновой дистиллят до 65 градусов. И так как, к сожалению, нет у меня бочки, буду настаивать дистиллят на дубовой щепе. И надеюсь, что правильно рассчитал граммовки и сделал нормальный микс из щепы, используя американский дуб, французский дуб и щепу после хереса. Спустя неделю все это выглядит так. Цвет мне нравится, а о вкусе и ароматике говорить пока рано. Время покажет. Что касается напитка в белом виде, достаточно мягкий вкус и приятный запах. Подписывайтесь на канал. Всем пока.